ничто не вечно, друзья мои. И вот думали вечная теплица, а оказывается, все равно через какое-то время пришлось заменять этот поликарбонат. Два листа приходится менять, два. За оба листа заплатили 4300. Золотые помидорки-то с перчиками получаются. Но делать нечего, приходится. В нашей петличке остался только сверлим. Подписывайтесь на канал и до новых открытий!